Два друга разговаривают, один другому говорит: «А ты что завтра делать будешь?» «Да я с сыном поеду воздушного змея запускать». «А ты что?» «Да я то же самое почти. В аэропорт тещу повезу». Группа туристов ночует в большой палатке. Муж жене говорит: «Что-то ты сегодня какая-то бесчувственная. Прижмись ко мне». «Как же? Я только что тебе минет сделала». «Кому? Мне?» Лежат на пляже Красная Шапочка и Мальвина. Красная Шапочка интересуется: «Мальвина, а ты что, опять с Буратино обнималась? А как ты догадалась? Да у тебя все пузо в занозах». Познакомился с девушкой вслепую. Пригласил ее на свидание, встретиться в парке. Пришел в парк, сел на скамейку, пишу ей сообщение: «Я уже в парке, сижу на скамейке с толстушкой. Эту пощечину я никогда не забуду». Спрашивали, отвечаю: «Все очень просто. Если у двух братьев две мамы и один отец, то это распиздяй. А если одна мама и разные отцы, то это пиздобратья». «Вовочка, а ты хочешь научиться кататься на коньках?» «Да, конечно, мама. Ну тогда я запишу тебя на секцию фигурного катания». «Не, мам, запиши лучше на хоккей». «Почему?» «Да там просто на клюшку опираться можно». Вовочка с мамой стоят на остановке, разговаривают. Мама говорит: «Вовочка, ну что ты мне хотел сказать? Говори». «Мама, если ты мне не купишь мороженое, после того, как мы зайдем в автобус, я буду называть тебя бабушкой». Вовочка не выучил урок. Учительница берет дневник, собирается ставить ему двойку. Вовочка ей говорит: «Марья Ивановна, я бы на вашем месте этого не делал». «Почему, Вовочка?» «Да просто папа сказал, если еще раз увидит здесь двойку, то кто-то по башке получит». Прораб Василий Сидоров настолько владеет интонацией, что фразой «твою мать» может поругать, похвалить и поздороваться. И даже поздравить с днем рождения. Девушка говорит парню: «А когда мы пойдем покупать обручальные кольца?» «Да какие кольца? Может, я еще передумаю». «Но если передумаешь, переплавишь себе на зубы». «Какие зубы?» «Да которые я тебе выбью». Две соседки разговаривают. Выходит третья и начинает жаловаться: «Ой, девочки, все болит. Руки болят, ноги болят, голова болит». «Да что же у тебя болит-то? Я видела вчера от тебя вечером два мужика выходило, и сегодня один утром. Одно место только здоровое, и то позавидовали». Красная Шапочка приходит к бабушке, а там их две. И обе синхронно говорят: «Красная Шапочка, да сколько-то можно по лесу пьяненько-то шататься?» Встречаются два соседа в лифте. Один другому говорит: «Слышал, как моя жена сегодня стонала?» «Да, слышал. Вот так их баб надо». «Да, ну ты не слышал, как она стонет, когда тебя дома нет?» Красная Шапочка идет по лесу. Вдруг из кустов волчья рука вылезает и говорит голос: «Стой! Ты кто?» «Я Красная Шапочка». «А куда идешь?» «Бабушки». «А что несешь?» «Пирожки». «А пирожки во что завернуты?» «В газету». «Так, газету сюда, а сама проваливай». Старый ДПСник останавливает молодого парня, не пристегнутого ремнем безопасности, и говорит: «С ваш штраф за превышение скорости». «А ремень?» «А ремня ты дома получишь». Девушка говорит парню: «У меня две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» «Да начинай с любой. Я от тебя ухожу». «А какая плохая?» Муж не был долго. Приезжает домой, подходит к двери, стучит костяшками пальцев, никто не открывает. Он стучит кулаком, никто не открывает. Тот уже ногой пинает, никто не открывает. Соседка открывает дверь и тихо-тихо говорит: «А ты лучше рогами постучи». Супруги переехали в новую квартиру. Жена говорит мужу: «Дорогой, нам надо купить новые шторы, а то когда я буду раздеваться, меня увидят соседи». «Да не надо, зачем тратить деньги? Когда они тебя увидят, они сами новые шторы купят». Идет суд. Судья говорит: «Подсудимый, вы утверждаете, что только бросали помидоры свою соседку?» «Да, конечно. А почему у нее раны на всем теле?» «Да они просто в банках были». Волк встречает в лесу Красную Шапочку и говорит: «Ну ты же сама понимаешь, что у тебя всего лишь два выбора». «А каких?» «Ну, либо слияние, либо поглощение». Две девушки сидят на остановке. Мимо проходит парень
и говорит: «Ой, какие симпатичные девушки!» Девушки смущаются, одна говорит: «Прям уж такие симпатичные!» «Да ладно, ладно, шучу я, шучу!»